Юля, этот перерыв сказался как-то на то вот кормление ребенка, беременность, все. Вот этот перерыв сказался на твоем мастерстве. Вот ты почувствовала, что если отпускаешь скрипку из рук, то как бы она потом тяжелее тебе дается или нет? Конечно, как любой музыкант, я ощутила этот перерыв. Вот. Но в форму я приходила довольно-таки быстро, где-то в течение месяца полностью в форму. То есть я уже начала опять чувствовать скрипку, потихоньку взялась за это дело, занималась по чуть-чуть, потом все больше, и все-таки столько лет занятий, они не прошли даром, все-таки руки помнят родимые. Но тебя разрывали на куски, получается, муж, там готовка, уборка, сын, скрипка, которая требует очень много. Как ты Слава успевала? Богу, мама мне очень помогает, до сих пор и помогала, и помогает Как ее зовут? сыном Ирина. Ирина, большое спасибо за такую замечательную дочку. Да, спасибо ей. Надеюсь, И я уверена, соседка что она ваша. посмотрит эту передачу, и, конечно же, ей будет приятно, я очень надеюсь на это. И скажи мне, пожалуйста, какие композиторы тебе больше импонируют, или чья музыка ближе твоему духу, твоему сердцу? Ведь не все и все может нам нравиться, естественно. Да, конечно. Ну, я не буду долго думать. Я сразу скажу, что для души, когда хочется о чем-то своем подумать, когда хочется иногда остаться одной и как-то свои мысли привести в порядок, свое душевное равновесие, гармонию, хочется куда-то уйти, может быть, в какой-то отдельный зал. Может быть, и выключить свет, или вечером, чтобы было, и играть Баха. Все-таки Бах Бах. это для нашей души, для какого-то Ты очищения знаешь, это мой мыслей, это любимый композитор. катарсис просто Это наш. мой любимый композитор. У меня почти нет музыкального слуха. Говорят, он есть у всех, у меня что-то вот он нет. Но вот это из него ту-ду-ду-дум, Это да? Бетховен. Это Бетховен. Да, Бетховен. Елки. Как же я опять все перепутала на свете. Нет, на Но тоже самом на деле. Б. Да, Бетховен. нет, не потому что на Б. Я хотела тебя немножечко проверить, потому что это самое простое, что может Да, быть. судьба стучится в дверь. Да. Я бы хотела тебя попросить что-то сыграть. Сыграй из Баха, сыграй из других. То, что тебе нравится, то, что тебе близко, я хотела тоже послушать. То говорить о музыке, это все равно, что рассказывать о платье, не Да, видя его. правильно. Это надо слушать. И очень часто я зову моих знакомых и друзей не слушать музыку. Они просят сыграть им дома, когда они у меня в гостях. Я говорю, лучше всего в зале слушать музыку живьем. Когда это все передается, живые эмоции, есть акустика, есть зал, и это абсолютно другие эмоции, Ну, другая поговорим обстановка. об органном зале, А, где можно хорошо. тебя смотреть и послушать о твоих гастролях. А сейчас я Насчет бы хотела. композиторов, да? Да, давай. Да, я думаю, что я все-таки сыграю кусочек из такого композитора-оптимиста, которого всегда радостно слушать и детям, и взрослым. Он поднимает настроение, настраивает только на позитив. Это Вивальди. А давай ты сыграешь, а я угадаю, что ты сыграла. Хорошо. Давай так. Ты еще подумайте, что я Стоя. полностью ничего. Да, давай. Очень здорово. Ну, а что тут угадывать? Это что-то такое холодненькое. Запахло зимой. Да, Да, это это зима, мороз. времена года, Вивальди. Правильно. Но я хочу все-таки тебя попросить что-то из Баха сыграть. Он действительно мой любимый композитор. Из Баха. Да. Ария Баха.
Очень. Это спасибо часть. Большое. Я понимаю, что часть. Очень близко сердцу. Хотелось узнать все-таки, вот в органном зале как часто сейчас идут концерты? Я очень далека от органного зала, потому что к моему стыду у меня слишком много. Да, дела я не успеваю. Но мне очень бы хотелось узнать. Возможно, я после этого буду ходить постоянно, кто знает. На самом деле, не хочу скромничать, но действительно считается... Не я считаю, так многие эксперты и профессионалы считают, что наш оркестр все-таки один из самых лучших в городе. По звучанию. Он так и называется, оркестр органного? Камерный оркестр органного зала. То есть у нас нет духовых инструментов, есть струнные инструменты. У нас около 20 человек. Мы компактные, но сильные, хорошие. Вот. В органном зале сейчас идут концерты именно нашего оркестра где-то раз в неделю, в две недели. Вот. Обычно программа всегда разная, интересная. Есть современные композиторы, исполняемые нами, которые даже их произведения звучат впервые, то есть премьера. Например, есть, например. Например, вот недавно у нас был концерт, сейчас на этой неделе, буквально в среду. У нас был концерт с моим бывшим коллегой, пианистом Тимофеевым, который сейчас в Штатах, в Америке, учился и там и работает, и композитор. И он мой ровесник, но уже написал очень много произведений. То есть он Тимофеев, композитор. Тимофеев тебя здесь любят и хвалят. Молодец. Я его найду по Фейсбуку, это же обязательно. Да, Александр Тимофеев. Хорошо. Еще что? Вот у вас какие планы, что в программе на будущее? Наш концерт пройдет не в органном зале, он, как ни странно, пройдет в больнице. Мы будем играть для пациентов и для врачей в больнице РКБ. 19 числа. Вот у нас очень интересно, программа. Это день врача, по-моему, да? День медика? Я не помню, какой это день, честно говоря. Мне кажется, день медика. Возможно. Возможно, да. Да. Но именно и будет интересно, потому что другое звучание, и мы как бы идем к людям мы. Да, это очень здорово. А еще в органном зале, там, конечно, не все могут подойти. Вот те, которые сейчас заинтересуются, скажут, пойду я в органный зал, посмотрю на Юлю Вранчан, как она там послушала. 26 июня у нас будет закрытие сезона перед нашим отпуском. Будет последний концерт нашего оркестра в этом году. Вот. И будет программа интересная, разнообразная. Точно еще не установили, каких композиторов будем играть, но программа на закрытие обычно идет очень интересно. В общем, пока неизвестно, кто зал будет, обычно, но будет очень интересно. Зал обычно полный, да. Ну, это здорово, что у нас любят музыку. И. Да, причем приходят не только коллеги, не только папы, мамы исполняющих и так далее, и родственники приходят. И у нас есть... Преданные поклонники. Да, да, вот об этом я хотела сказать, что есть люди, которые приходят буквально на каждый наш концерт, они не пропускают ничего, они преданные поклонники органного зала, всегда заранее покупают билеты. Кстати, билеты недорогие, так что да, это очень доступно всем. Да, очень мне сильно интересно, сколько стоит билет, мне сильно интересно. 30-50 лей. Не меняется цена вообще? Или меняется в зависимости от того, какой концерт? Нет, в зависимости, если какой-то коммерческий проект. Ну, обычно это не с нами. Может быть, кто-то приезжает и арендует зал. Естественно, уже билет, цены устанавливают они. Но обычно на наши концерты билеты доступны всем. Да, ну 30-50 лей, конечно, друзья. Я думаю, что есть смысл пойти и поддержать Юлю, и поддержать в себе поддержать музыкальную гармонию души. Очень здорово, Юля, хотела тебя поблагодарить, что ты пришла в студию, потому что мне, в самом деле, не хватало здесь, не хватало гармонии, скрипки. Я вижу, что этот инструмент, он мне кажется...